Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Music, и сегодня мы с вами послушаем Flash Taco. Новый трачок от Flash, который в последнее время ничем не удивляет, и, ну, буквально, как бы, уже нету никаких надежд. Logs Files, ну, был, да, так себе, как бы, Digital слушали тоже, как бы, ну, в целом, все, что мы слушали в последнее время, это ни о чем, абсолютно вообще ни о чем, и... Прикол в том, что как бы непонятно, что дальше-то с карьерой будет. Но новый торчок я решил послушать по причине того, что все равно особо релизов в эту пятницу крутых нет. Поэтому решил, почему бы не послушать, да, в этот раз. Так что он был добавлен в голосовалку Телеграма. В этой голосовалке он 6% набрал. Ссылочка на Телеграм в описании, если вы хотите... Чтобы Flash все-таки был чаще на канале, если вам все-таки нравится его нынешняя музыка, то голосуйте за него, пожалуйста, да, ссылка в описании. Каждую пятницу у нас опросы. Также мы с ребятами на Твиче слушаем треки, обязательно заходите. Прогноз был только что, он закончился. Бро, треки оценим только за донат, донат Алекс внизу. Вот, так что давайте начинать, смотрим, что это такое. Может быть, в этот раз это будет то самое, в чем найдет себя новый Flash. Вот так. Let's go. Слушаем. Это джарк будет, блядь. Не, клэп был просто так. Сюда с такой силой. Ну что-то необычное, окей. Аудиопак на стенке, парень, знаешь, я вандал. Кастами эвридей, мое время я продал. Ты теперь не с нами, ты надежд не оправдал. Дуй авокадо, эль пола локада, со мной всегда бригада. Суетимся, крутимся, мы уже торнадо. Риски умножения, в натуре диспирада. Делаю, что нравится, дуй эти такосы, сегодня будет пятница. Только своей задницы, сегодня этой ночью ты же будешь моей всадницей. Эль пола локада, я схавал это тако. Да, сэмпл очень похож. Паша де Кортье, они все идут на запах. Диски на литье, тачки падаются на пол. Эль пола локада, я схавал это тако. Роли свежий ран, спрямо в Шевроле Тахо. Паша де Кортье, они все идут на запах. Диски на литье, тачки падаются на пол. Ну допустим. Допустим. Ну это не прям пиздец какой-то ужас. На что сэмпл похож? Да. Ну, допустим. Допустим, это не так плохо по сравнению с тем, что мы слушали до этого. Здесь есть как бы такое себе сведение. Мне кажется, не очень звучит. Или сама запись даже хз. Но вот в целом, по идее, по ритмике как будто даже неплохо и по реализации тоже пойдет. Что думаете? Единственное, вот эти, конечно, многоэтажки, но это немножко так себе выглядит, да? Накапал, бампал, рампа, раблс, без бабла, до утра, в города, каратал, квартал, вандал, продал, оправдал, бригада, торнадо, деспирада, нравится, пятница, задницей, всадницей. Ну, ладно. Ладно, допустим. Короче, да, ну, допустим. Дальше припев, ну... Тоже, да, типа так вот, тахо, запах на пол. Ну, ладно, нет, рифмы даже не буду доебываться, нормально. Но... Типа неплохо это звучит, ритмика, но прям чтобы круто, нет. В рамках последнего творчества Флэша, да, норм. В рамках того, чтобы это репетить, переслушивать... Кайфовать от трека по-настоящему, это спорно. Но я бы переслушал трек, допустим. Вайп имеется. Вайп нормальный. Ну, нормальный вайп. Бит интересный. Тут.
Что это за сэмпл? Вы должны лучше шарить, чем я. Че это? На что похоже? Что-то очень знакомое, да. Отсюда без добра, был на худи без бабла. Чекин из ведра, я трепую до утра. Звук по проводам посылаю в города. На студии один. Может, даже прикольно. Целая на Урал, я заехал на квартал. Но только много. Передышил, точно. Каждый every day, мое время я продал. Ты теперь не с нами, ты надежд не оправдал. Дуй авокадо. Эль Пола Локада, со мной всегда бригада. Суетимся, крутимся, мы уже торнадо. Риски умножения, в натуре деспирада. Делаю, что нравится. Дуэти, такосы, сегодня... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Много-много. Перебор. Потом еще припев, потом еще аутро. Ну, нет. Ну, кстати, ну, это прогресс. Вот честно. Это прогресс. Это, ну, мне кажется, скорее это единоразовая акция, чем прогресс. Это, ну, типа, реально неплохой трек от Флэша. Но вот будет ли так дальше и будет ли прогресс, что вот структура, как будто вот у него, мне кажется, мотивации даже уже нет что-то делать. Честно, вот хз. Клепает просто, чтобы не забывали про него. Какие-то рандомные треки. Я не верю, что он может вернуться. Вообще не верю, абсолютно. Вот. Как-то так. Мелодию мы с вами не нашли, к сожалению, сэмпл. Поэтому без нее будем, да. Ну, если вы знаете, то в комментариях напишите, пожалуйста. Я буду вам очень благодарен. Да. А на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.